районная конференция среди школ. Что, доклад надо сделать? А вы откуда знаете? Да нас уже почти все преподаватели просили. А приготовь часть денег на устройство урока отдать. Из подъемных? А какой части? Рублей 300. 300? Да нет проблем. Слушайте, а может больше надо? Больше не надо. Пацаны, надо Васильнику сказать. А ты что, думаешь, они в курсах? А ты думаешь, в курсах? Подозревать своих офицеров в том, что они... Это, друзья мои, последнее дело. Распределительные задачи имеют свои методы решения, базирующиеся на постановке двойственных задач. Великолепно! Распределительные задачи имеют свои методы решения, базирующиеся на постановке двойственных задач. Отлично. Садитесь. Вот что? Один и тот же доклад читал. Действительно, способный мальчик. Смотрите, какой экран здоровый! Вау! Круто! Походу, урод Бестрова совесть проснулась. Для вас тут только одна программа новости, а кнопки две. Вкл и выкл. Трофим, ты где путь нарыл? Места знать и надо. Ай, зараза! Гол пропустили. Ну! Сегодня в Челябинске открываются необычные видео фестиваль в Праге. Да твою мать! Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, вот этот вот букетик. Ага. Пожалуйста. Дежурный уже боцмана обыскался. Заходит он в котломойку. А боцман в котле большом сгруппировался и лежит там. В общем, как он туда залез, мы с пацанами до сих пор сами не знаем. Я вот сам лично пробовал, не получалось. А боцман-то у нас уже, ну... и что дальше? Ну, дежурный берет поварешку, подходит и сбоку по котлу как даст. А там звон, как внутри колокола. Боцман как заорет с припухшими глазами, только стоит и хлопает. Дежурного спрашивает: ты что здесь делаешь? А боцман с перепугу, я, говорит, котлы мою. У того самого отметина красная, ну, во сне отлежал. Дежурный: ну, я так и понял. Значит, изнутри вылизываешь, так? Ну, в общем, боцман потом месяц эти котлы мыл. Ты так смешно рассказываешь, что я себе уже этого Петьку представляю. Это вряд ли. Его трудно представить. Ты знаешь, его так видеть надо. Ну, покажи мне его. Хотя бы на фотке. Ну, ты знаешь, я с ним не настолько в близких отношениях, чтобы его фотку с собой таскать. Ну, не сейчас, потом. В следующий раз. В следующий раз? Ну да, ты же не последний раз пришел. Ну да. В следующий раз, так в следующий раз. Да я только не знаю, у нас все фотки, они с первого курса. Старые, новых практически нет. Ну, ничего, можно старые. Ну, вообще-то, Печка, конечно, с первого курса не очень изменился. А ты? Да фиг его знает. Ну, я в альбом давно не смотрел. Ну, ладно, не переживай, придумаем что-нибудь. Только ты учти. Твое представление об этих доблестных суворовцах, ну, немножечко отличается от реалий. Да не волнуйся, я уже однажды общалась с виртуальным суворовцем. Когда я его увидела в реальности, ничуть не разочаровалась. Слушай, прости, пожалуйста, мне бежать надо. Давай, пока. Только ты поскорее приходи, ладно? Я постараюсь. Давай, все. Пока. Не скучай. И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день весна. Весь мир живет в твоей. Перегонки с ветром, впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я.
ты, что это тебя на физику вдруг потянуло? На это знание, что у Вали получил, по теории подгоняет. Блин, ну такие женщины случайно в кукольных мультиках не снимались. О, Сухой, давай кроссворд погадаем. Кроссворд? Ну давай. Безличное отрицание чего-либо, три буквы, первое Н. Нет. Правильно, Боцман, нет. Кроссворд гадать мы не будем. Сухой. Боцман, отвяжись, а. Сейчас досмотрю, тебе отдам. Опа-на! Симпотная какая. Ну дай посмотри, детям до 16, брат. Блин, ну Сухой. Ну на, на, смотри, только смотри, не вспоти. Нифига себе. Не, нифига себе, Боцман, а девушка? Да не, это же это, ну, Светка. В смысле? Какая еще Светка? Ну, Соболевская. Ну, точно она! А я ее что-то сразу не узнал. Да ты, походу, не на лицо смотрел. А Светка-то, оказывается, ничего. Секси. Ну да, прикольная. А что это она, в конкурсе «Мисс Очарование», ну, участвует? Слышь, Боцман, ты что, читать не умеешь? Блин, круто! Даже странно, что такое отело. Как Соболь свою девушку на такой конкурс отпустил. Да ну, я бы только рад, после моей девчонки там ситанулась. И народ, что за собрание? Да вот, вечерний город рассматриваем, последнюю страницу. Mm-hmm. И что там? Ой, а ты будто не знаешь, mm-hmm. да? Сама скромность. Вы о чем? Слушай, Соболь, ну, знаешь, конечно, плохое чувство, но тут есть чему. Да о чем вы? Поздравляю, Соболь, очень красиво выглядел. Слушай, Соболь, а она это, ну, прическу в парикмахерской делала, да? Отвали, Боцман. Ты че? Через плечо. И вы слюни свои подберите. Слышь, Соболь, ты че? Мы только порадоваться хотели. За себя радуйтесь. Че это он? Ничего, Боцман. Расслабься. Да, лучше бы кроссвордик поразгадывали. Тебе вспоминала. Привет. А ты мне ничего не хочешь сказать? Хочу. Каждый раз говорю. Кирюш, я очень скучаю. Спасибо. Только я не об этом. Я про фотографию в газете. А ты уже видел? И как? Тебе не понравилось? Понравилось? Нет, что ты. Я просто в восторге. Как еще 1050 читателей? Или какой там у нее тираж? Кирилл, извини, но я... Помнишь, я тебе говорила про сюрприз? А, так это и был твой сюрприз? А что ж ты мне сразу не сказал? Я бы обрадовал. Кирилл. Слушай, а вот про конкурс, в котором ты собралась участвовать, ты мне тоже говорить не собиралась? Или это тоже сюрприз? Кирилл, подожди, дай я скажу. Нет, Свет, спасибо. Я завтра сам все в газете узнаю. Пока. Кирилл, подожди! Чего? Когда твоя фотография в интернете появится? Не хочу. Выньте кто-нибудь Боцману штепсель из задницы, а то шуруют, как электровеник. Тебе-то чего? Мету, как умею. Быстрее подметем, быстрее. Ага. Быстрее нас еще какой-нибудь работой загрузит. Ну вы же сами знаете, чем бы Суворов не занимался, лишь бы он задолбался. Слушайте, парни, я знаете, что подумал? А давно мы всей топой фото общее не делали, а? Подожди, как давно? А он жил в кинобежнике. Ну это не считается. Меня тогда не было. Парни, я серьезно. Я дома альбом просматривал, но ни одной путной фотки. Единственное, только когда мы со Сами были, там Лёва, Синицын, Соболем тогда вообще не пахло. Ну, а нынешних сейчас вообще нет. Ну что, я за. Можно в фотосессию забубенить. Только давайте в парадке со всеми понтами, а? Отлично. Соболь, ты как? Я пас. Да вот, ты что, мы же всей толпой. Настроения нет. Да при чем тут настроение? Встал, улыбнулся, птичка вылетела и все. На выпуске сфоткаемся. Не, ну это само собой. А сейчас так, для себя. Правильно. Это, Соболь, не боись, мы твои фотки ни в какие газеты отправлять не будем. Я просто пошутил. Блин. Че, Боцман, домахался? В глаз хрень какая-то попала. Ну-ка, иди сюда, я посмотрю. Да не три ты, придурок, а. Ничего нет. Дай посмотри. Так, я не понял, что здесь за смотрины устроили. Что, заняться больше нечем, кроме как
у перепечка прыщи выдавливали. Иван Дамович, ему что-то в глаз попало? В глаз попало. А вы что решили, в доктора сыграть? Что, перепечка, больно? Пойди в медпункт. Да это нет, уже это, ну, прошло. Ну, а раз прошло, продолжаем работать. Продолжаем работать. Да, мужики, чувствую, стопудов надо фоткаться, а то боссман до выпуска не доживет. Паш, телефон! Паш, телефон звонит, ты слышишь? Алло? Да. Нет, вы не ошиблись. А он, к сожалению, сейчас не может подойти. А, конечно, может быть, что-нибудь передать? Ага, поняла, поняла. Всего доброго. Вот уж не думал, что ты по утрам сама с собой разговариваешь. И правильно делал, потому что я разговариваю по телефону. Кто-то звонил? Угу. Твоя дочь обещала перезвонить. А меня нельзя было позвать? Пашенька, я тебя звала несколько раз, ты не слышал. А что-нибудь не так? Да нет, просто чего-то она в такую рань-то. Может быть, мне не стоило брать трубку? Да, Соня, успокойся. Телефоны для того и звонят, чтобы к ним подходили. Все нормально. Ну да, ну да. Слушай, время-то уже сколько. Ты что будешь, чай, кофе? Паш, ну ты же знаешь, что я по утрам пью только кофе. Ну да. Здравствуй. Так и будешь там стоять? Мне нужно с тобой поговорить. Я уже поговорил. Это был разговор в одни ворота. Я поговорить не успела. Говори. Только коротко, у меня химия. Кирилл. Ты хотела поговорить. Я хотела объяснить насчет конкурса. Не надо. Я уже все понял. Что ты понял? Я понял, что моего внимания тебе уже мало. Кирилл, мне кажется, я не давала тебе повода во мне сомневаться. Да? А это что, не повод? Для меня это простая фотография. А для меня это ты, на которую все смотрят, обсуждают, слюняют, примеряют к себе. Прекрати, я об этом вообще не думала. А я думал! Я думал, что о таких шагах, как минимум, советоваться надо. Кирюш, я не ожидала, что ты так... Пойми, я никогда не считала себя красивой. И этот конкурс... То есть моего мнения тебе мало, и ты решила самоутвердиться? Нет. После той истории с болезнью... Господи! Да при чем здесь это? Ты прав. Ни при чем. И что мне теперь делать? Не знаю. А мне пора на химию. Значит, ты не хочешь, чтобы я участвовала в конкурсе? Для участницы конкурса красоты ты очень проницательная. Азот при полном разрушении, азот содержащих соединений может выделяться в виде аммиака. И вы считаете, что вы полностью ответили на вопрос? Нет, ну там еще оксиды азота и тот какой там, нади. Ди Трофимов? А может быть, все-таки ди циана? А, ну да. Слава богу, хоть две первые буквы запомнили. Боссман, ты че моргаешь? Блин, глаз так не проходит, сам дергается. Ну, там оксид азота, дицеан, ну и... Суворовец, перепечка. Что это за стрельба глазами? Хотите подсказать? Никак нет, Виталий Петрович. Так, целились в Трофимова, а попали в меня. Так? Боссман, тактика новая, тройки исправляют. Химика загадывать хочешь. И тем не менее, Трофимов, вы не назвали еще одно
самое что ни на есть простейшее вещество, выделяющееся при полном разложении, подсказываю, азотосодержащих соединений. Это что? Это... Суворовец, Перепечка, что это сейчас было? Снова скажете ничего? Виталий Петрович, мне просто что-то в глаз попало. Предупреждаю. Еще раз что-то попадет в глаз, в журнал попадет. Двойка. Садитесь. Отвечайте, Трофимов. Ну, это оксид. А, не, просто азот. Все. Мое терпение лопнуло. Это действительно элементный азот. Самое простейшее для запоминания. Садитесь, Трофимов. Три. Перепечка. Два. За что? За неточную стрельбу по мишени. Соня, с каких-то пор ты стала сама себе цветы покупать? С тех пор, как ты мне перестал их дарить, а снова не начал. Садись, Паш, давай ужинать. Спасибо. Алло. О, здравствуй, Настенька. Привет. Привет, родная. Как ты? А что ты звонилась по заранку? Случилось что-то? А, просто соскучилась? Ну, слава богу. В смысле, слава богу, что по отцу соскучилась. У меня все нормально, потихоньку. Кто утром трубку брал? Да это коллега по училищу, да. Ну, просто так вышло. Заскочил на минутку, да. Подожди, Настенька, сейчас. Алло. Соня, ты куда? Да я хлебушка забыла положить. Сейчас. Алло. Почему не один? Слышь, Босман, а ты че наряжаешься, а? Тебя все равно никто фоткать не будет. Чего это? А нафига на тебя кадры портить? Все равно моргнешь. Сам ты моргнешь. Мне что-то в глаз попало, а вы тут ржете. И химик еще баран. Слушай, Макар, а у тебя есть на фотике функции от красных глаз? И от красных, и от моргающих. Нифига себе, у тебя фотик новый. Дай заценить. Да. О, Сухой, а ты что, решил все значки приколоть? Прикалываешь ты нас, а значки привинчивать. Оп. Вот они, родимые. За пробег лыжный раз и за кросс два. Ага, и за трындеж три. Тоже мне понты. Грудь в орденах, задница в синяках. А ты завидуешь, завидуй молча, у тебя и таких нет. Трофим, один-один. Сухой, классная идея, кстати, я свои тоже не цеплю. Слушай, Соболь, ну ты насчет фотосессии не надумал? Трофим, отвали. Че такого-то? Я просто спросил. Слушай, Кирюха, если ты фоткаться не можешь, ты не можешь мне свои награды одолжить? Ну нет, так нет. О, Сухой, а ты что, седло делаешь? Запалит же. Ты, Боцман, понтоваться так до конца. Сухой, мы что, фильм про белых снимать будем? Слушайте, я что-то не пойму, а что сегодня вы мне все завидуете, а? Оп. Ну как? Отлично, вермахт отдыхает. Слушай, Сухой, а сделай это, ну, мне тоже седло. Да без проблем. Давай. Дай голову. О, ну что, так, да? Ага. На немца похож, только пленного. Спасибо. Все было очень вкусно. Соня, ты чего? Почти ничего не съел. Да, что-то не хочется. Тебя что-то беспокоит, Соня? А тебя? Меня? Да, Паш. Тебя что-то беспокоит? Меня ничего. А что? Почему ты боишься, что обо мне, ну, то есть о нас, узнает твоя дочь? Да тут дело не в этом. То есть, вернее, конечно, в этом. Там все не так просто. Ты ее совсем не знаешь. И потом, а что я ей скажу? А что, тебе нечего сказать? Соня, ты меня знаешь, я не люблю сразу всем
рассказывать, там, трезвонить. Паша, мне кажется, что мы с тобой уже не в том возрасте, чтобы бояться, как среагирует на это твоя дочь. Я и не боюсь. Сонь, ты права. Я в том возрасте, когда меня уже не переделаешь. Я, знаешь, тороплюсь не спеша. Надо все как-то оценить, взвесить, что ли. Это все правильно. Но только жизнь потом на контрольных весах не перевесишь. Иван, ты как? Соль. Так, была команда втянуть живот. Перепечка. Я втянул. С одной стороны втянул, а у тебя с другой вылез. Тяни там. Я больше не могу. Что мне тебе, ниппель открутить и приспустить? Так, взвод, на месте. Стой! Раз, два. Сухомлин. Я. Yeah. Выйти из строя. Есть. Так, Сухомлин, что у тебя на голове за взлетно-посадочная полоса? Чему у тебя фуражка на дыбы встала? Сыро, товарищ старший товарищ. Отставить конюшню. Сыро, говоришь? А вот у меня такое ощущение, что это дембелек перед приказом намарафетился. Соболев. Я. Поработаешь пока с обзводом. Есть. А ты давай вместе со своей красотой шагом марш за мной. Так, Сухомлин, значит, ты решил свою форму усовершенствовать. Давай ее вместе усовершенствуем. Ну-ка, дай свою фуражку. Ну, что ты смотришь? Давай, давай. О, сейчас мы с тобой ей защиту поставим. О. Ну. Отлично. Надевай. Товарищ старший прапорщик. Надевай, надевай. Не жмет? Никак нет. Вот, отлично. Теперь у тебя всегда голова сверху будет прикрыта. От чего? От твоих дурацких идей, Сухомлин. Ну, кругом и шагом марш свободен. Товарищ старший прапорщик, я все уже осознал. Можно я ее достану, а? Нет, вот так будешь ходить. Ну, товарищ старший прапорщик, я просто хотел на фотографии красивее выглядеть. Вот, Сухомлин, а красота чего требует? Как сказал классик. Требует жертв. Жертв. Правильно. Привет. Принесла? Что, даже без поцелуя? Я просто опоздал, у меня сейчас алгебра. А я, значит, никуда уже не спешу. Просто так тебе принеслась. На, держи. А зачем тебе? Да я просто с пацанами поспорил. Они не верят, что ты КМС. Вот на своем утру. Ну, может, тебе удостоверение надо было принести? Да не надо. Я думаю, значка будет достаточно. Ну, ладно, побежал. Нифига себе. Никак не могу привыкнуть. Ну и не привыкай. Ладно, все, я побежал. Саш, привет. Привет. Можешь позвать Кирилла? Да. Трофим, а нафига ты это делаешь? Он же не твой. Да пофиг. Лет через 30 будем фотку смотреть, даже не вспомним, мой он или не мой. Ну и по какому виду спорта? Это ты у нас КМС. По примечанию на грудь чужих значков? Ой, сухой, как остроумно. Тьфу-тьфу-тьфу. Слышь, чтоб не сглазили. Смотри, Трофим, а то он тебя сейчас боднет. Я много думала о том, что произошло. И что ты надумала? Мне кажется, я действительно была не права, когда поставила тебя перед фактом. Вот. И я подумала, если ты этого хочешь, то есть, если ты этого так не хочешь, какой-то умный человек сказал, что любовь – это эгоизм в твоем. А я думала только о своем эгоизме. И не уважала твое мнение. Господи, какую чушь я несу. Короче, я не буду участвовать в конкурсе красоты, прости меня. Свет, я очень рад, что у нас эгоизм вдвоем.
чего тут застряли? В смысле? В прямом, сколько вас ждать-то можно? Погнали фоткаться! Ну вот, узнаю старого брата Колю. Да не надо меня, это... У меня времени нет на это. Опа! Заступаете не первый раз, так что не дай боже. Зайду и увижу, что кто-то занимается чем-то, кроме своих непосредственных обязанностей. Особенно это касается дневальных по автопарку. Макаров, Сухомлин, Перепечка, вы же не думаете, что нашли тепленькое местечко? А, Макаров? Ну-ка, каковы обязанности дневального? Дневальный должен бдительно наблюдать за веренными ему помещениями и предметами. Не пропускать посторонних в казарму и не допускать, чтобы из нее выносили вещи. Если что-то происходит, дневальный должен немедленно сообщить дежурному. Дневальный пробуждает... Перепечка, продолжите, Макарова. Что пробуждает дневальный вроде вас, кроме сочувствия? Дневальный пробуждает личный состав при общем подъеме. Еще что делает Сухомлин? Следит за чистотой и порядком в помещении и формой одежды находящихся в нем курсантов. Ну, увереннее отвечать надо. А сопли жевать будете, когда барышни вам вопросы про любовь задавать будут. Учите устав. Наряд! Смирно! Приказываю заступить на охрану общественного порядка в училище. Нале! Во! По маршрутам и постам! Торжественным маршам! Шагом! Марш! На два пирожка и два сока. Слышь, Соболь, а когда у тебя Светка в этом конкурсе красоты будет участвовать? Не знаю. Да и вообще она отказалась. А чё так? Ну, вот так вот, не захотела. Да я и сам не в восторге от этой идеи. Ну и зря. Это ж прикольно, потом всю жизнь вспоминать будет. Ну, тем более она могла у тебя выиграть. Вот у меня Катька во всех соревнованиях участвует. Я ей не запрещаю. Еще б ты ей запретил. О, в лоб сразу получше все. Ну, при чем тут это? Ну, у нас с ней как-то все... Здрасте, Константин Ильич. Здравствуй. Кандидат мастера спорта. И давно тебе звание дали? Да это я. Да вижу, вижу, вижу. Крутой значок. И по какому виду спорта? Это просто по приколу. А, по приколу. По приколу только значки с Чебурашкой или Микки Маусом надевают. А такие только за реальные заслуги. Вот на следующем занятии ты нам продемонстрируешь все свои таланты. Я... Давай, давай, кандидат. Смех, нифига. Не тут ты, Печка. Хочешь, иди за ним. Получится, как будто они тебя на расстрел ведут. Давай. Видали? Зайчик-барабанщик. Курсант на джайке работает в два раза больше. Закарыл, стой. Раз, два. Ну и что мы здесь барабаним? Товарищ подполковник, веду строй очередного наряда. Кого и куда, разрешите поинтересоваться?
Так, понятно. Ну что, коты сиамские, доигрались в прятки? Это ж надо, превратили наряд в цирк. Без пяти минут выпускники. Чья была идея? Перепечка, что ты там семафоришь? Если есть что сказать, говори вслух. Товарищ полковник, я просто, ну, посмотрел. Макаров, ты инициатор? Товарищ полковник, да. Перепечка, он сегодня всем подмигивает. Ну, просто в глаз что-то попало. Знаю я, что ему попало. Наглости кусок. Совсем страх перед выпуском потеряли. Товарищ полковник, я правда, ну, просто это, ну, моргнул. Что правда? Мало того, что в наряде натворили, так что тут выкобениваетесь. Так вот, шутки теперь свои будете оттачивать. В наряде. И не с барабанами, на кухне. Три наряда в не очереди каждому. Крюка! Ач! Сегодняшнее наше занятие я хочу начать с радостной новости. Нежданно-негаданно среди вас объявился кандидат в мастера спорта. Суворов Трофимов, выйти из строя. Константин Ильич. Давайте же все вместе поприветствуем вашего товарища с внеочередным званием. Ну, где же ваши дружные? Поздравляем! Что? Не заслужил. Трофимов, а по какому это виду спорта ты КМС? Может быть, гимнастика? Ну что ж, давай посмотрим на практике. Продемонстрируй-ка нам подъем разгибом и соскок прогнувшись. Прошу к перекладине. Нет, не по гимнастике точно. Болтаешься на перекладине, как макаронина на ветру. Может быть, ты КМС по легкой атлетике? Ну что ж, извольте пройти на стометровку, мэтр. Все остальные стоим. Вообще озверел, Ильич. На старт. Внимание. Марш! Надо же, опять не угадал. Ну что, Трофимов, значок-то легче нацепить, да? Видите, ребят, получается, суворовец Трофимов украл чужое звание. А это недостойно гордого имени суворовца. Раз суворовец Трофимов украл чужое звание, то теперь после занятий он будет заниматься до тех пор, пока не достигнет этого гордого звания. КМС! Вызывали, товарищ полковник? Вызывал — это не то слово. Кликал кличем молодецким. Слушай, как там твои шутники? Не отличились больше? Никого на плац в одиночку не отправили маршировать? Никак нет. Товарищ полковник. Ладно, ладно. Будем считать, что этот пункт проехали, переходим к следующему. Понимаешь, с завтрашнего дня училище начинает работать медкомиссия. Ну, а ты офицер опытный, не один ведь взвод выпустил. Так точно. Вот, знаешь, где какие карточки взять, где что, так? Конечно, товарищ полковник. Значит, завтра твой взвод и пойдет. Сразу после занятий. Вопросы есть? Во сколько именно? Василек, ну ты даешь. Ты что, не знаешь, во сколько занятия заканчиваются? А я еще удивляюсь, что это твои архаровцы от строя отбиваются и за угол. Да ладно тебе, босс, ну медкомиссия, ну и чё? Ну сколько их было, сколько их еще будет? А вдруг забракуют? Да ладно тебе, босс, да? Ну ты на гражданке себе профессию найдешь, пойдешь в модельный бизнес. Да я не за вес, ну я за глаз боюсь. Боишься то, что проктолку подмигнешь, а он не так поймет, да? Да он что-то слезится все время. Сухой, посмотри, а. Боссман, ты не видишь, я занят. Мне эти долбанные доклады для БМПшки с курсором добить надо. Блин, у него друг слепит, а он доклад. Ладно, давай, Степ, я посмотрю сейчас. Ну-ка. Ничего, боссман, на флот-то одноглазых берут. Вот адмирал Нельсон, например. Ну, когда его взяли, он еще не был одноглазым. Ну и потом же не выгнали.
Да ладно, боссман, нет у тебя там ничего. Серьезно. Блин, режет чего-то. Пройдешь ты эту медкомиссию, что ты дрейфишь? Ага, а вдруг у меня там катаракта какая-то? Чего? Ну или что там еще в глазу бывает? Это Степан, ты загнул. А ты им скажи, что пиратом хочешь стать. Пират одноглазый часто встречается. Ну а мы тебе на попугайчика скинемся. Боссман хороший. Так. Садись, садись, садись. Ну что, КМС, готов? Давай, пошли, будешь переодеваться. Будем подтягивать твои показатели. Дорожку видишь? Вот умножай на 10, это твой фронт работ на сегодня. Константин Ильич, я все осознал. Угу. У нас прогресс. Приятно, что ты наконец голос подал. Ты, я бы раньше говорил, если бы вы при всех не начинали. А что я начинал? Значит, значком при всех понтоваться можно, а как огребать, так стыдно. Ничего не понтовался, я просто его одел. Это ведь тебе не значок, инструктор секса. Люди пот и кровь проливают, судьбы рушат и себе, и близким. А тут какой-то мальчишка нацепил и вперед! Я, между прочим, вас не оскорблял. Это ты так думаешь? И ни одного меня, между прочим, понял? Понял? Не понял? Тогда будешь бегать, пока не поймешь. Бегом! Марш! 15 кругов! О, нормальная киношка была. Нормальная, да? С середины. Как раз к концу знаем, как главного персонажа зовут. О, спорт оставь. Спасибо. Мне спорт на неделю вперед хватило. Мне сейчас релакс нужен. О, тетки в купальниках. В эти выходные в нашем городе пройдет финал ставшего уже буквально часами дефилирует по подиуму, чтобы во всем очаровании предстать перед уважаемым жюри. И может через год мы уже увидим наших звездочек. О, а вот это вот на Анжелку похоже. Девочки, только та высокая и блондинка. Это очень важно. Об этом я. Слышь, Соболь, по твоей светке были реальные шансы на победу. Меня даже в школе начали уважать. А раньше что, били? Попроще лицо. Ты чего не спишь, со мной было? Макар, вдруг меня на медосмотре, ну, зарубят. Степ, тебе сейчас Трофим зарубит топором, если ты его разбудишь. Я серьезно. Ну, я серьезно. Спи давай. Степ, ничего ты кипишишь раньше времени. Ну, вот забракуют. Тогда завтра ночью будешь сидеть и думать, как тебе дальше жить такому бракованному. Ну, спи давай. Трофим, Сухой, вот, Боссман, держи. Опа! Зацените, Трофим у нас самый уникальный парень на селе. Группа крови четвертая, Одесса отрицательный. И что тут такого? А ты знаешь, что это самая редкая группа крови? Нет, блин, ты мне первый с этим мозги половишь. Редкая группа, редкая группа. Слушай, Трофим, а ты стоишь на учете в пункте переливания? Вы что, мне решили все, что ли, мозги прополоскать, а? Ну, мало ли кому пригодится. Не, пацаны, самая редкая группа крови – это у боссмана. Я перед медосмотром. Отстаньте, а. Стёп, ну чё ты? Бледный такой. Особенно на фоне красного глаза. Ну что, братья, погнали? Заставим врачей завидовать нашему здоровью. Она мне говорит, покажет. Я говорю, вам карточку показать или все, на что я способен, а? Господи, ну чего? Степ, все нормально. Ненормально. Зарубили меня. Да ну, из-за глаза, что ли? Да не, с глазом сказали, что все нормально. Такое часто бывает. Ну а что тогда? У меня этот нашли. Гема... Геморрой, что ли? Ну, геморрит. Может, геморрит? А, ну да. И чё? Ну и ничего. Ну, сказали, что с этим на флот, ну, не берут. Так что надо, ну, пробивать. Стёп, ну чё, у меня в детстве тоже геморрит был. И у меня тоже.
Да у каждого второго, наверное. Но в этом вообще проблем нет никакой. Пробили нос и все. Серьезно? И что, нормально потом? Ну на меня посмотри. Живой. Ну что тебе говорят? Пробей нос и дыши в две дырочки. Подожди, как это пробей? Ну как? Ну смотри. Берется железный кнут, вставляется в нос. Ну, я шириной с палец. И киянку по нему. Раз! И что? Как и что? И все. Дыши не хочу. Правда, я думаю, ты после этого дышать не захочешь. Почему? Не, ну как там, до мозга пара миллиметров. И случайно промахнулся, и все, останешься дурачком на всю оставшуюся жизнь. Да ладно, мужики, ну хватит вам, боцмана-то пугать. Степ, тебе это не грозит. Почему? У тебя мозг далеко находится. Да ладно тебе, Степка, да ладно тебе, ну не пальцы, прорвемся. Ну вот, это тот самый Печка, собственной персоной. Он же боцман. Смешной какой. Да, это он тут еще не очень получился. Он, в принципе, в жизни не очень получился, а так парень хороший. Да я поняла. По лесу сразу видно, хороший человек или нет. Пухленький такой. А вот, это Кантемиров. Он же вот философ. Он вообще строгий мужик. А вот здесь вот смешно получился, по своими руками машет. Что? Да нет, ничего, просто смотрю. Нельзя, что ли? Нет, ну а фотографии кому принес? Их тоже надо смотреть, и мне надо слушать. Алло? А, Оль, привет. Ну, это на собеседника же тоже надо смотреть. Да ладно, давай, я буду смотреть фотки, а ты будешь рассказывать. Вот гад. Оль, да ты не бери в голову. Максим. А, извини, я задумался. О чем? О философе. А что с ним? Ну, счастливо. Угу. Оль, ну ты же знаешь, в любой момент. Да, если что, да-да, хорошо. И ты держись. Все будет хорошо. Так что ж, Кантемиров-то, Максим? Да ничего, просто мужик хороший, а всю жизнь прапорщик. А что, это плохо, что ли? Да нет, это нормально. Просто не генерал же. Полина Сергеевна звонила, вам привет передавала. Ну и как, оно нормально? Ну, с переменным успехом. Может, вам чай поставить? Да, конечно, мам. Макс, ты как? Кира Станиславовна, а Полина Сергеевна свой номер оставила? Она же сейчас в Москве. Ну, просто наши-то интересуются. На выпускной ее пригласить хотели. Ну, нет, не оставлю. Она с городского звонила, а я не спросила. Ну, так я чай ставлю. Спасибо, Ира. Да, конечно, мам, ставь. Суворовцы народ скромный. Их надо сразу перед фактом ставить. Хорошо. Будет готово, позову. Итак, прапорщик Кантемиров не генерал. Не генерал. Представляешь, она всю жизнь шла на золотую медаль, и тут поссорилась с математичкой, и та ей хочет 4 ставить. Ленка плачет, у нее уже родители в школу приходили. Кирилл, ты меня не слушаешь. Угу. Что? Ну, в смысле, слушаю. То есть, честно говоря, нет, извини. Света, я тебя спросить хотел. Что-то случилось? Нет, ну, то есть, да. Для тебя действительно было важно участвовать в этом конкурсе. Кирилл, ну мы же договорились, вопрос закрыт. Не, ну ответь. Какое это теперь может иметь значение? Свет, один умный человек сказал, что любовь – это эгоизм вдвоем. Мне кажется, он был прав. Вань, я вел себя как психованный эгоист, как частный собственник какой-то. Прости меня. Я хочу, чтобы ты участвовал в этом конкурсе. Реально хочу. Правда? Правде не бывает. Ты не представляешь, как мне хотелось этого от тебя услышать. Спасибо тебе.